допинг-офицеры прибыли в Ростов ради уехавших из Ростова футболистов. На базу российского клуба Ростов прибыли допинг-офицеры из шведской компании International Doping Tests Management. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает чемпионат ЦОМ. По информации издания, допинг-офицеры намеревались проверить футболистов Александра Бухарова и Павла Могилевца по заказу российского антидопингового агентства «РУСАДА». Однако уже на месте они выяснили, что оба игрока покинули клуб. Бухаров разорвал контракт в феврале и в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Могилевец в том же месяце перешел в Рубин. 20 апреля сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера во время прохождения внесоревновательного тестирования, за что был оштрафован на 1 000 000 рублей. Полузащитник уже принес свои извинения. Бронзовая призерка Олимпийских игр 2018 года лыжница Анастасия Седова в начале апреля рассказала, что каждый день ждет допинг-офицеров на автозаправке за пределами закрытого города Саров, в котором живет. Спортсменка была вынуждена каждый день с 18 до 19 часов ожидать офицеров на заправке, но они ни разу не приехали. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.